Вторая книга Паралипоменон, глава 17. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шемаию и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемиромофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальник 1000, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 000. За ним Иоханан начальник, и у него 280 000. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 000 воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 000. За ним Иегозавад, и у него 180 000 вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.